Здравствуйте, Максим. Настройку пианино я начал с регулировки высоты клавиш. Отрегулировал высоту белых клавиш 20 мм, высоту черных 12 мм и друг клавиш 10 мм. После этого я приступил к регулировке ауслейзера. Ауслейзер должен быть 2 мм и отпад на фенгер 15 мм. После того, как мне удалось добиться этих цифр, ауслейзер 2 мм и отпад на фенгер 15 мм, то молоточки перестали ложиться на войлок подвижного рулейстика. Они как бы зависли в воздухе. И если вкрутить пилот больше, молоточек начнет ложиться на войлок. Но при этом ауслейзер увеличивается. Он становится больше 2 мм. И если выкрутить пилот больше, то цифры становятся правильными. 2 мм. Но тогда снова молоточки не ложатся на войлок подвижного рулейстика. Я решил измерить штейнунг. Штейнунг должен быть 45 мм. Расстояние от ударной поверхности молоточка в покое до струны. Среднее значение 45 мм. С помощью линейки я измерил размеры штейнунга в правом положении и выяснил, что штейнунг 52 мм. В среднем положении тоже 52 мм. И в крайнем левом положении, там где басовые струны, тоже приблизительно 50, даже меньше. Где-то 48 миллиметров. И у меня возник такой вопрос: неужели на фабрике могли неправильно выставить штейнунг, размер штейнунга, что привело к такому результату? Что вы можете на это ответить? Неужели необходимо все молоточки будет так отрегулировать? То есть отрегулировать ауслейзер в 2 мм выставить, отпад на фенгер 15 мм. Оценить выход шпилера из-под шультера. Но тогда все молоточки будут висеть в воздухе. И необходимо будет подлаживать какую подкладочку под подвижный рулейстик. Ну, а как же тогда допустили такое на фабрике? Что вы можете мне посоветовать? Возможно, изначально неправильно выставлен размер вкручивания вот этих вот болтов крепления механики. То есть либо сильно слабо закрутили болты. И у меня такой вопрос: какое расстояние правильное должно быть? То есть насколько болты должны быть вкручены. То есть с помощью чего определяется положение штейнунга? То есть вкручивается сильнее болты, да? Или как определяется размер
выступающей части болтов, которая удерживает механику.